В аду вдруг стало тихо, скучновато. Чертей полно и грешников толпа, но дьяволу веселья маловато. Присел на камень, хлопнул вискаря, взглянул наверх и через тьму глухую, что в небо закрывает всякий свет, затеял с Богом он беседу злую, надеясь непременно на ответ. «Скажи ей ты, как там Адам и Ева, ах да, забыл и сжарились в огне. Любой грешок, мужчина или дева, всех сразу отправляешь ты ко мне. Сидишь ты там на облаке, решаешь, как быть с людьми, как судьбы их вершить. Ты улыбаешься, так мудро рассуждаешь. На кой мне грешники? Увы, забыл спросить. Лукавый, сатана, ты ангел падший, мне говорят, пришедший сюда, но ведь из рая я намеренно сбежавший. Вся эта благодать, ах, скукота! Ты хоть спустись разок в подвал далекий, взгляни, как мучаются и орут в печи, и осуди меня, презренный и убогий, ну а потом под нос себе ворчи. Ты не придешь, трусливый, жалкий, робкий, ведь ты превыше адовых утех. Коль ты не знал, у нас сегодня пробки», — раздался в подземелье жуткий смех. «Так страхи пребывай, я ведь достану, я доберусь в Эдем до райских врат, и мучить я тебя не перестану, мой ненавистный, неконфликтный брат». Договорив, стакан он опрокинул, подумав лишь, не слышит снова, зря. Но по рогам вдруг кто-то сильно двинул, на небо, передай-ка вискаря.